5:58 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о сработке датчика пожарной сигнализации в торговом центре «Мега Химки». В 6:19 по прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что происходит загорание на кровле. Группировка наращивается. Блин, а жалко так. Жалко обе-то. Ужас. А на Мегу-то не перейдет? Может. Да там и в Меге похоже. Это не только обе. Чем горит очень сильно. Слушайте, там же лаки, краски. Мне кажется, это специальный поджог, чтобы устранить эту мегу. Так обычно делают. Yeah. Oh, no, no, no.